В Бендерах приступили к строительству нового водовода. Он позволит улучшить водоснабжение центральной части города. Общая протяженность трубопровода – 1700 метров. Ввести его в эксплуатацию планируют до конца года. Питьевая вода в Бендеры подается из самого отдаленного микрорайона Северного. Расстояние около 10 километров. Один водозабор находится на территории села Варницы. Решение о строительстве альтернативного водовода было принято еще 20 лет назад. Был разработан проект, но к его реализации приступили только в этом году. У нас в начале 90-х годов предусматривалось для улучшения водоснабжения города строительство водовода от водозаборной зоны Северной до резервуара чистой воды. Строительство велось тремя этапами. Вот завершающий третий этап, как бы мы планируем, она была программа приостановлена, но сейчас за счет средств, собственных средств мы планируем этот участок все-таки завершить. 1700 метров мы надеемся освоить, несмотря на сложности. Трубопровод приобретен на Украине. Мы ждем отгрузки. В микрорайоне Борисовка ведутся земляные работы. Затем приступят к прокладке полиэтиленовых труб диаметром 40 сантиметров. Новый водовод протяженностью почти 2 километра позволит подавать воду из скважин в черте города в накопительный резервуар. При этом сократятся потери при транспортировке и решится вопрос бесперебойного обеспечения города питьевой водой. Это как бы еще первоначальный этап, и он не такой сложный. Сложнее будет, когда мы выйдем на улицу Кишиневскую, там все-таки проезжую часть переходить, коммуникаций много. Бельского до Зои Космодемьянской, и конечный этап – это железная дорога. Строительство нового водовода – самый масштабный проект. Ввести в эксплуатацию его планируют до конца года. Кроме этого, продолжаются работы по замене подвальных разводок в жилых домах. За счет платежей, которые вносит население на капремонт, закупаются материалы. В программу нынешнего года включили самые аварийно опасные места во всех районах города. На предприятии также действует адресная программа. За счет населения 6 копеек мы меняем подвальные сети водопровода и канализации, и также меняем канализационные выпуска. По настоящее время выполнено полностью и частично. В 37 жилых домах выполнены работы. То есть мы до конца года мы планируем в 68 жилых домах как бы заменить водопровод, подвальный и канализацию. По прошествии 5-7 лет об этой проблеме забудем. К завершению подходит и подготовка к зиме. В этом году заменили часть изношенного водопровода по улице Коммунистической, отремонтировали насосное оборудование и установили 3 новых котла. Наталья Цыкула, Лариса Тарабина, Первый Приднестровский телеканал.